Чебоксарах подвели итоги ежегодного музыкального конкурса «Серебряный голос». Гран-при члены жюри присудили жителю Батыревского района Сергею Лекерову. Ему удалось выделиться среди более чем 40 исполнителей. Конкурс юбилейный. «Серебряный голос» в Чувашии выбирают на протяжении 15 лет. В Чебоксары на гала-концерт приехали исполнители со всех районов республики и других регионов. За победу боролись гости из Самары, Татарстана и Башкирии. Причем все песни на этом конкурсе участники должны были исполнять только на чувашском языке. На сцену выходили и уже дипломированные певцы, и обычные школьники. Для многих это была хорошая возможность проверить свои силы, голос и слух. Я привыкла к конкурсам, привыкла к выступлениям, поэтому как-то все, ну, более-менее обычно. С концертами довольно часто езжу, там, в Казани выступала, в Саратове. Ну, хочу еще чаще, почему бы и нет. Огромное счастье выходить, выступать перед людьми, когда они хлопают, когда, получается, когда приносишь радость людям. А для кого-то победа была не так важна. Каждый певец, певица выбирает для себя свой путь. И кто-то поет для себя, для зрителей, а кто-то, чтобы пробиться вперед, стать знаменитым, известным. Но я лично сама пою только для себя. У меня нет никаких целей, и я просто наслаждаюсь своей музыкой. В багаже некоторых исполнителей уже есть престижные награды, завоеванные на музыкальных фестивалях. Но члены жюри не обращали внимания на регалии конкурсантов. Они оценивали, как певец держится на сцене, насколько качественно исполняет свою песню. Жителю Батыревского района удалось покорить профессионалов. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Антон Вовк, Республика.